А сейчас мы увидим другую лесную машину. Называется «Фарвардер». Эта машина предназначена для сбора лесоматериала и перевозки его к месту хранения, либо для дальнейшей перегрузки. Вот так он там спрятался, работает потихонечку. Попробуем подойти поближе. Вот он взял пачку березы и пытается загрузить наверх. А, он собирает до кучи. Хорошо улеглась. Очередную пачку березы берет. Расчищает путь. Вчера заезжали вот где-то мы туда заезжали, вот заехали с утра, я их заправил, и выезжать уже задели. Сейчас вон какая дорога здесь протоптана. Как бы удача везде. А может ехать и побегала. Хотя она просто стояла раньше. А может такая вот стоять на лет 10-15. Так, он взял два ствола березы. Ну и положил на самый верх. Длина 3,30. И поехал дальше. Только ветки трещат. Проходимость достаточно хорошая в этой машине. Особенность белорусских лесов, как, впрочем, полей, вот в наличии таких вот булыжников, ну и других размеров тоже. Очень каменистая почва здесь, очень. А тем временем Форвардер продолжает пробирать стволы деревьев. Практически уже заполнена эта телега. Я думаю, еще немножко и все. Он поедет выгружаться. Возможно, даже уже едет. Вот такая вот техника. Амбассадор 2661-01. Это «Фарвардер». Уперся в дерево.
тоже своего рода нужна сноровка, чтобы маневрировать между деревьями. Так, посмотрим, что он хочет сделать. Нет, ага. Хочет просто съехать. Ну и все. Он нас покидает. Мы немного посмотрели в работе эту машину. И как раз она закончила свою работу, едет на выгрузку. Вот такая вот экскурсия в лес у нас получилась. Очень занимательная. Всем пока, спасибо за просмотр.